вами канал Show Women's и я, Оксана Симонова. Сегодня со мной юная красавица, которую зовут Ева. Евочка, скажи, пожалуйста, это твой первый конкурс? Да. И как ощущения? Нормально. А скажи, а как давно ты занимаешься модой и красотой? 2 года. 2 года. Ты еще до интервью сказала, по моим подсчетам, кажется, 2 года. Скажи, тебе нравится этим заниматься? Да. Скажи, хотела бы еще участвовать в подобных конкурсах? Да. И ты должна победить, да? Или участие это тоже хорошо? Участие это тоже хорошо, но лучше бы победить. Молодец, я верю в тебя и буду за тебя болеть. А скажи, кто тебе делал такой замечательный макияж? Наш организатор Оля из Шателье. Это очень-очень тебе идет, очень красивые цвета. А прическу кто тебе делал? Тоже организатор Оля. О, ей привет передавай. Хорошо. Туда помаши, помаши в камеру. Скажи, а платьишко кто выбирал? Тоже Оля, она мне его шила. Она на все руки мастер, какая молодец. А скажи, пожалуйста, вот у тебя 11 номер. Как относишься к этому числу? Нормально. А в каком ты классе? В первом. В первом. А планы на ближайшие лет 10 есть? Что? На ближайшие 10 лет планы есть? Хочу на ближайшие 10 лет рисовать картины. И продавать. Но я думаю, у тебя все получится, потому что если есть желание, найдутся и средства. А с вами канал Show Women's и я, Оксана Симонова. До встречи.